Всем привет! Сегодня мы рассмотрим проект Card Wallet, отметим его основные моменты, а также расскажем о конкурсе, в котором сможет принять участие каждый. Card Wallet – легкий в использовании мобильный кошелек для Cardano, Ethereum и Bitcoin. Команда фокусируется в первую очередь на разработке функций для Cardano, топ-4 по капитализации, стейкинг, Web3 и многое другое. Экосистема Cardano сейчас стремительно развивается, и проекты вокруг этого блокчейна имеют хороший потенциал роста. В данный момент кошелек поддерживает Cardano и нативные токены – Cardano NFT токены, Ethereum и токены Bitcoin. Прямо в приложении вы можете обменивать монеты, а также совершить покупку с карты или Apple Pay. Card Wallet не кастодиальный кошелек, а значит, вы сами храните приватные ключи. Приложение доступно на iOS и Android. Roadmap и white paper проекта можно найти на официальном сайте. Цель команды – создать приложение, которое соберет все функции DeFi в одном месте. Их слоган – DeFi in your pocket. В целом, Card Wallet показывает неплохие результаты по развитию своей деятельности и всячески радует своих пользователей. А теперь давайте же погрузимся в конкурс Card Wallet. Приложение Card Wallet радо всем своим пользователям и готово разыграть токены на сумму до $2000. За последнее время проект достиг достаточно больших высот, благодаря продуктивной работе и поддержке сообщества. И чтобы отпраздновать первую маленькую победу, запуск собственного приложения команда подготовила большой конкурс. Card Wallet запускает месячный конкурс, чтобы отпраздновать запуск MVP для iOS и Android и разыграет $2000. Конкурс доступен для всех желающих со всего мира. Конкурс начался 20 октября и продлится ровно один месяц. Принять участие в конкурсе очень легко. Достаточно выполнить необходимые шаги и заполнить Google форму. Всего есть три способа получения награды. Для участия вам достаточно выполнить один шаг. Шаг второй и третий дадут вам возможность получить дополнительные призы. Первым шагом является загрузка приложения Card Wallet и присоединение к официальным сетям проекта, а именно Telegram и Twitter. Вторым шагом является пополнение своего адреса Card Wallet некоторыми токенами CV и ERC-20, что позволит вам заработать дополнительные $100. Третьим шагом является чеканка Cardano NFT и отправка его в приложение Card Wallet. Этот шаг также может принести вам 100 дополнительных долларов. Если с участием все понятно, то что насчет призов? Всего будет 5 призовых мест. В зависимости от занимаемого места, вы сможете получить от 250 до $700, что не может не радовать. Заинтересованным? Тогда предлагаю вам загрузить приложение Card Wallet на свой смартфон и присоединиться к конкурсу. Все полезные ссылки, а также необходимые формы вы сможете найти в описании под видео. Если вам необходимо пополнить свой кошелек токенами CWERC20, то воспользуйтесь следующими площадками. Uniswap версия 2, Mixi Exchange и Bitrue Exchange. Внимание! Не забывайте о необходимости сделать снимок экрана с CW-адресом вместе с балансом и загрузить его в Google форму. Также необходимо сделать и в Twitter, используя хэштеги Card Wallet. Все действующие участники попадут в белый список проекта, на основе которого случайным образом будут выбраны 5 лучших победителей. Если вы хотите заполучить дополнительные награды в виде $100, то действуйте по заранее приготовленной инструкции. Команда Card Wallet подготовила для вас обучающее видео по созданию NFT, что поможет вам успешно выполнить все требования. Это замечательная возможность поддержать Card Wallet и поучаствовать в достаточно выгодном и масштабном конкурсе. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!